Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 4. Берем очередные задания. Да? Здесь только задания. Поездки, потому что не очень, кстати, была одна интересная поездка. Ну, я ее жаль, что не записал. Это было в аэропорту. На тележке угонял. От ментов. 6 звездочек собрал. Никого не постреляв даже. О! Сипанулся тоже мне. Ассасин. Садимся на мотоцикл и едем. Так. Поезжайте к месту встречи. Хорошо. Поездку я перемотаю, чтобы она не казалась вам скучной, потому что ничего хорошего не произойдет. Итак, включаем телепорт. Только телепорт хотел включить. Так, надо сходить пожрать где-то еще по дороге. Ладно, пожрем. Итак, что я вам хочу сказать. Мотоцикл этот полное говно. Это же невозможно ехать-то на нем. Надеюсь, мне пристрелить надо будет. Так, черный Тони всегда поступает с людьми так, как они того заслуживают. Но... Так. Ну ты в шлеме, а я-то почему нет? Почему этот ублюдок сбросил? Блин. Тварь так такая. Ух ты, какой сучара. Блин, блинский. Еще по подворотням. Еще взрывает. Тихо, 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 тихо. Вот так. Потом вот так. Давай, попаду, попаду. Бамк. Ой-ой-ой-ой. Я говорил, что это говно, а не мотоцикл. Я повторюсь. Блин. На машине-то хреново, тут еще на мотоцикле. Причем на таком уебищном, это кошмарно же. Че, тоже взорвешься или что? Вот он. Тихо, 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 притормазывай, 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 притормазывай. Блин. Так, небольшой поворот. Ну давай. Тихо, тихо. Держись за двумя руками. Блин, колесо ему прострелить, что ли, блин, как-нибудь, я даже не знаю. Твою ж мать-то. Вот так. Поворот. Блин, блинский, ты тварь такая. Вот ты, сука. Надеюсь, ты притормозишь сейчас где-нибудь, и я тебя завалю. Вот так, 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 так. И еще вот так, так, так. И направо. Блин, какой-то трудный вообще-то оказывается. Не упусти его, прошу тебя, давай, давай, давай. Давай, разгоняешься, да хрен знает скольки, это же опасно. Еще и без шлема. Но не трогать эту машину. Так, мне трюки не нужны, мне надо, мне нужна его жизнь. Давай. Вот так. Фух, с пердячим паром. Вау, тут менты как раз на труп приехали любоваться. Так, слазим с этой шайтан машины.
Идем к следующему. Ну, сначала надо пожрать. Включаем телепорт. Итак, наш телепорт. Пожрать не получилось. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Давай. Итак, да, конечно, да, конечно. Ты мне задание дай. И разговаривай по телефону сколько тебе угодно. Так, поезжайте. Ой, тихо. Я тебя вытряхну, тварь. Да не ты. Не ты мне нужен. Вот. Водили, не повезло просто. Прошу прощения. Чай не медведи, можем извиняться. Итак. Фу. Такси, пушка. Молодец. А, так, а мне надо бы на машину. Вот эту возьмем. Тихо. Ну-ка, сваливай. Спасибо за машину. Так, ну правда, машина-то говно полное. Ну-ка, уйди отсюда. Подъехали. Вот для чего мне нужна была машина. Вот она. Так, Лука, я хочу вернуть эти брюлики. Так, все бриллианты Рэю. Так, понятно. Присвоил. Свалить решили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не советую. А что за машина-то у меня такая уебищная? Говно полное. Надо избавляться от такой машины. Потому что я так далеко не уеду. Так. Это специально, кстати, такую машину дали на миссию. Чтобы невозможно было ехать. Надо будет машину поменять при первом же удобном случае. Только как это сделать? Где этот? Так, вы не найдете бриллианты. Понятно. Мне не надо, чтобы он погиб. Хорошо. Переиграем. Блин, опять в эту грёбаную машину. Блин, это опять патроны. Чё вы за ублюдки такие, у которых нету сердца? Так. Поехать. Куда мне? Далеко ехать? Ну, недалеко, напрямки вот здесь. Вот машина. Такая, кстати. Вафельная, ничего страшного. Всякое лучше, чем... Хоть она так и крутая, а въездит так хорошо, так быстро. Ни хрена она не поворотливая. Так. Мне надо машину-то еще вот так поставить. Чтоб сразу за поездки-то можно было. Тронулся и в путь. Так. Опаньки. Давайте-ка еще разок. Да мы знаем уже. И опять эта говёная машина. И мы опять в нее сели. На. Так, ну колеса-то я должен был прострелить. Так, аккуратней. Столько денег лежит. Собирай, не хочу. А у меня миссия. Давай.
Догони и бортани. Называется. Вперед. Вперед, давай, я тебе говорю. Скачешь тут, лошадка. С отсекателя. Блин, я вот этот удар должен был не тебе достаться. Ой, не тебе. Так. Я предупреждал, что водитель я плохой. Так что мне все вот это прощается. Ай-яй-яй-яй, я вообще гоночки ненавижу. Но это же невозможно ездить. Так, а мне что, машину не поменять? Блин, опять в эту же машину садиться. Давай. Вау. Итак, где ты? Они загорелись вроде, если не ошибаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Лука погиб, вы не найдете бриллианты. Так, я не понял, что с ним делать-то надо? Мне надо следить, что ли, за ним? Машину не... Ладно, сейчас... Так, он нам нужен живым. Блин. Блин, блинский. Я там кого-то расстрелял, догоните его. А кто это уже догонял? Он горел. Чем мне, как его останавливать-то? Тихо. Тихо. Блин. Еще разок, что ли, его бортануть так? Его бортовать, что ли, надо? Тихо. Господи. Ну куда вот ты поворачиваешь? Сейчас скроется уже. Все из-за того, что машина вот эта модная, но говнявая. Никогда не надо ее брать так. Блин, блински. У меня тут от машины уже ничего не остается. Они все делают специально, чтобы мне помешать. Все эти тачки, которые начинают двигаться. Во, во! Так оказывается, надо было вести их. Блин, столько патронов потрачено зря, это кошмар. Я кого-то же должен был пристрелить, кстати. Давайте, хотят скрыться. Прикончите их. Давайте, где вы? Жирный хомяк. На. Попал. Ну. И где ты прячешься? Мне за тобой бежать или как? Ага, в туалете. Пошел отсюда.
Стреляйте по дверям, чтобы открыть их. Итак. Засранец. Вот он ты. Убейте Луку. На. Вот так вот. Я его до этого убивал, но ни хрена не происходило. Заберите бриллиант, и забрал. Убегите, убежал. Все легко и просто. Как рулон быть просто. Беги, беги, беги. Рэй. Все, бриллиант у меня. Кстати, смотрите, какой памятник. Не то ангела, не то архангела. Так, просто чтобы так, в общем, без разницы, они мертвы, товар у меня. Все правильно. Приезжай к мосту, забирай. Так. Давайте перемотаем нашу поездку. О, кстати, вот он, бутерброды, так жрем. Хот-доги. Давай. Самый большой хот-дог. Все, теперь свалил. Так, а куда свалил? Вот сюда. Да, не туда, вот сюда давай. Давайте перемотаем поездку. Включаем телепорт. Итак, мы приехали к месту назначения. Так, мне нужна пушка побольше. Потому что мало ли. Давай. Вдруг меня кинуть захотят. Спасибо. Нож в спину, нож в спину. Я тебе дам нож в спину. Вали давай отсюда. Взял, ушел. Следующий. Ну, на этом, я думаю, все. Ставьте свои комментарии внизу под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Опишите, как вы догоняли это тело. Пока!